моем, я же русским языком сказал. Ну а что, мне потом вас будет ждать, искать? Здравствуйте, уважаемые зрители. Давай, ждать не буду. Приветствуем вас на стадионе на Флотской. Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где, как обычно, немножко сумбурно начался у нас матч с участием ЦДК. Это команда за годы, долгие годы своих достаточно успешных выступлений в высшем дивизионе Севера приучила нас к тому, что несколько с линцой подходят к матчам обычно, к своим протокольным обязанностям. Состав армейцев комментаторы получают часто уже непосредственно перед матчем. Ну и здесь арбитр Юрий Тихомиров устал ждать. И как только главный тренер армейцев в этом сезоне Михаил Бесчастных для вашего комментатора заполнил расстановку, в этот момент Юрий Тихомиров пригласил команды на построение, а потому я успел включиться в этот репортаж только со стартовым свистком. Надеюсь, что для вас это не будет большой проблемой. Матч начался. ЦДК, вопреки, может быть, чьим-то ожиданиям, сразу же перешел в наступление, сразу же забрал мяч. А потому давайте, ожидая интересного и достаточно результативного противостояния, давайте поэтому сразу перейдем к озвучиванию стартовых составов. Интер, хозяева поля сегодня. Черно-синие футболки, черные трусы, желтые гетры. Классическая форма Интера прошлого сезона. Она была приобретена, Интера Миланского, естественно, она была приобретена на концовку сезона 2016-2017 с Сергеем Филином. Ну и, кстати, не удивлюсь, если привезена из Милана. Я, правда, не выяснял этот вопрос. Ну и в этом сезоне она основная для команды. К слову, если будет кто-то из Интера пересматривать трансляцию, рекомендую отправить в секретариат лиги фотографию этой формы и написать, что она основная у команды, дабы избежать конфузов. Потому как другого цвета экипировка, черно-белая, полосатая, по крайней мере, до последнего времени, вот я на этой неделе не проверял заявку Интера, но сомневаюсь, что что-то изменилось. Так вот, черно-белая, полосатая, основной значится, и когда кто-нибудь выйдет против Интера в черно-синей форме, играя в гостях, а у Интера не будет другой экипировки с собой, то получит команда техническое поражение, чего бы не хотелось. Итак, ворота защищает сегодня Эдуард Батыгин у Нерадзури. Сейчас будет момент или нет. Очень высокий темп, кстати, у нас на первых минутах. Обратите внимание, и мяч даже остается в игре. Тройка защитников справа налево. Константин Кадеев, 89-й номер. Дмитрий Мечков, 6-й. Сергей Филин, 8-й. Капитан команды. Полузащита справа налево. Александр Рощин, ох, удар Туменко рядом со штангой. Александр Рощин, 22-й номер справа, Алексей Мишин, 23-й в центре. И слева Николай Липаткин, номер 17. На острие номер 21 Владимир Свежук. Вот из этого состава, который начинает матч, 7 человек играли в прошлом сезоне в составе Интера. А Владимир Свежук его усилил. Чемпион Востока в составе Нижгородиса. Обладатель Кубка ЛФЛ в составе той же команды. Но Нижгородиса снялась с чемпионата в этом сезоне. У нас в двух округах из трех топовых не будут выступать в этом сезоне чемпионы. Терминатор на севере и Нижгары на востоке. Ну, а также, ну, Нижгары — это еще обладатель Кубка ЛФЛ и обладатель трофея Лиги Чемпионов Атлантис Западный также снялся. Не удивлюсь я, если Атлантис мы увидим еще на севере, учитывая, что сегодня Азимут объявил о снятии с турнира высшего дивизиона. Вполне возможно, что Атланты зайдут на его место, что уплотнит борьбу в чемпионате. Ну, тут будет день, будет пища. В запасе у Интера сегодня Владимир Правский, 55 номер, Алексей Аверьянов, 12, Денис Калинин, 5, Артем Ковалев,
13-й, Максим Тараненко 31-й и Илья Федоров 10-й. Что бросается в глаза, конечно же, отсутствие Артака Григоряна, который не просто является основным форвардом Интера, его лидером, лучшим бомбардиром команды, одним из лучших бомбардиров Северной лиги прошлого сезона, по-моему, второе после Талигурское место занял, сейчас я это уточню. Но тут еще важно отметить, что Артак Григорян стал лучшим бомбардиром, вернее, не лучшим бомбардиром, а стал лучшим игроком первого месяца, лучшим игроком августа в Северной лиге. И, собственно, возглавляет он уже список бомбардиров. У него 9 мячей. У Василия Милентьева было 7 перед этим туром. Василий Милентьев свой матч отыграл против Гефеста. Я не знаю, забивал он или нет, но учитывая, что APC 1-2 уступил античным, можно смело сказать, что Милентьев Григоряна не догонит по итогам этого тура. Ну а в прошлом сезоне на счету есть еще момент уже у ворот ЦДКА возникает, но в прошлом сезоне на счету Артака Григоряна в чемпионате было 52 гола, при этом 15 мячей он еще забил в Лиге чемпионов и отметился одним голом в Кубке Северной Лиги на пути к финалу, но точно в финале забивал Гефесту, не скажу сколько, просто этот матч в протоколе, протокол не введен. Интер перехватывает мяч после выноса Зайки, и Зайке приходится самому уже выручать после удара Алексея Мишина. Интер поддавил. Состав ЦДКА на сегодняшний матч. Ну, Владимир Колесников, наставник Интера. Хотя, по-моему, сегодня не он, а Артем Ковалев управляет игрой. Недовольство футболистов ЦДКА действиями Юрия Тихомирова, арбитра матча. Но это все не важно. Штрафной будет Константин Кадеев исполнять. И быстренько состав армейцев. Интересная расстановка. По сути, 3-4-0. Или 3-2-2. Назовите, как хотите. Но нет в этой расстановке центр-форварда. Ворот защищает Денис Зайка, номер один. Вот ему сейчас придется справляться с ударом Константина Кадеева. Но нет, здесь Тинка принимает мяч на себя. Атака справа налево. Оборона, прошу прощения, справа налево. Вячеслав Саркисов, номер 20. Андрей Смирнов, номер 3. Александр Авдеенко, номер 4. Человек, который тоже, собственно, с Востока вернулся в ЦДКА. Сергей Краха, номер 88. Евгений Алдонин, номер 22. Располагаются в центре поля. Являются системообразующими игроками в этом построении армейцев. И в атаке с правого фланга Александр Туменко, номер 83, с левого Валерий Лихобабенко, номер 6. В запасе Сергей Сбродов, номер 12, Владислав Хатаженков, номер 11, Роман Памшев, номер 21, Евгений Вашурин, номер 10 и Максим Бунтов, номер 77. Это по заявке. Я хотел уже говорить, что вот мы ждали противостояния нападающих, но этого противостояния не будет, потому что сегодня нет Артака Григоряна у Интера, и это действительно так, и нет сегодня Андрея Говорова у ЦДКА, но это не так. Андрей Говоров, видимо, опоздал, но, как говорили, в рекламе пиво принес. Насчет пива не знаю, но Андрей Говоров уже в форме, и он стоит на бровке под своим 13-м номером и готовится в игру вступить. Таким образом, у ЦДКА, их, у этой команды, их лучший бомбардир, главный Голиадор, будет в этом матче, и это очень важно, потому что ЦДКА, конечно, сезон начал из рук вон плохо. Дела у команды пока идут совсем неудачно, но закончу я с протокольными мероприятиями. Уже говорил, что Юрий Тихомиров матч обслуживает, Игорь Елисеев, резервный арбитр, и я, ваш комментатор, Александр Седов. Так вот, дела у ЦДКА действительно идут совсем неважно. Команда начала чемпионат с одной победы и двух поражений. Это не уровень ЦДКА, но и сейчас игра с Интером. И сами понимаете, что по тому, как развивались события в этом сезоне, на старте фаворит Интер, причем фаворит явный. И поэтому Говоров, который 45 мячей забил в прошлом году в чемпионате, конечно, очень важен. 33 забил Максим Бунтов, а дальше пропасть. А здесь момент, и гол, и гол, и это Евгений Алдонин. Вот оно, настоящее возвращение Евгения Алдонина. Стеночка с Валерием Лихобабенко, и ЦДКА открывает счет.
Так вот, сегодня ЦДКА не фавориты, и не только потому, что, в принципе, у команды старт не задался, Интер очков не терял, например. А здесь еще дело в том, что эти команды встречались друг с другом не в чемпионате, естественно. В первом круге все друг с другом по разу сыграют, а дальше на две восьмерки, напомним, все разделится. Команды играли в Суперкубке, причем это было на прошлой неделе, поскольку Суперкубок у нас... был по ходу третьего тура в субботу, а дальше участники Суперкубка Интер и ЦДК в воскресенье на поле выходили, но Интер не вышел на поле, потому что Стелла объявила о том, что не приедет на эту игру. Посчитал Андрей Бороздов и в переносном, и в прямом смысле посчитал, что лучше для его клуба будет не приезжать на матч с Интером во всех смыслах. Ну вот, к сожалению, имеет у нас право на жизнь такая позиция, мне она не близка. Интер третью победу одержал, как говорят, в кабинете, но я думаю, что сомнений в победе Интер нет ни у кого. В первую очередь у Андрея Бороздова, руководителя Стеллы, потому и не приехала его команда на матч. А ЦДК после Суперкубка сыграл с Динамо и проиграл 2-4 вкупе с поражением от Гефеста в первом туре. Результат печальный, да, выиграли только у Голдшарк, хотя и уверенно. Армейцы во втором туре. Ну, а в субботу, на прошлой неделе, Интер у ЦДКА проиграл. И тоже, кстати, вел в счете. И Андрей Говоров забил с пенальти. К слову, в последних трех матчах этих команд ЦДКА бил пенальти Интеру неизменно. Интер тоже, кстати, бил пенальти ЦДКА в первом круге прошлого сезона. Но Руслан Нахушев пенальти не забил при счете 1-0. А затем получил красный, затем привез свои ворота пенальти при счете 1-1. Концовки. Потом получил красную карточку за удар арбитра Александра Морозова и получил годичную дисквалификацию, которая по итогам заседания КДК была остановлена. Из 12 месяцев 7, на мой взгляд, беспрецедентный случай, перешли в разряд условных. 5 месяцев отсидел Нахушев, и сегодня он мог уже принимать участие в игре, но сегодня Нахушева нет. Сегодня Руслана Нахушева нет, но в протоколе, хотя он был зачеркнут, в скобочках карандашком было подписано «допущен до игры». Здесь у нас Валерий Лихобабенко, 41-летний футболист, техничный яркий диспетчер, принял на себя удар, по-моему, Константина Кадеева и был отправлен в нокдаун. То, чего не случилось, например, с Конором Макгрегором в поединке с Флойдом Мейвезером. Вот сейчас произошел с Лихобабенко, и Андрей Говоров вместо него появился на поле, вступил в игру. Конечно, нынешний регламент, который существует с этого сезона в высшем дивизионе, первый круг все играют каждый с каждым, а затем делятся на две восьмерки, верхнюю и нижнюю, которые одни бьются за чемпионство, медали и еврокубки, другие за выживание. В два круга, то есть по 14 матчей проведут в этих восьмерках команды, и очки пойдут заново. Вот это самый, наверное, такой спорный момент регламента. Тут же ЦДКА может провалять дурака первый круг, но кто сомневается, что ЦДКА попадет в первую восьмерку. Честно говоря, пара неудач, и я вот начну сомневаться, но пока и я не сомневаюсь в этом. Ну, а в целом, с кем доводилось разговаривать, никто не видит никаких проблем у ЦДКА с попаданием в первую восьмерку. На следующей неделе игр не будет из-за выборов очередных в Москве. Весь уикенд перенесен вот, на 6-8 октября, уикенд 8-10 сентября. И если бы, ну или если сегодня ЦДК проиграет, то с тремя очками будет еще две недели. Эта команда, сами понимаете, это неприятный расклад. На следующей неделе должны были армейцы сыграть с Легионом. Даже не две, а получается три недели тогда армейцы бы проусили в чемпионате, потому что потом будет тур Еврокубков, не будет игр в чемпионате. В Еврокубках старт Лиги Чемпионов с Северо-Восточным Пивдомом играть армейцам. Также в этой группе Усадьба Банная и Северо-Западный Бобр. ЦДК должен в этой группе выходить, но мы знаем ЦДК. Могут быть различные нюансы в игре этой команды. Здесь... Вячеслав Саркисов жестко играет в своем стиле. Руки, руки.
прощайте. Алюк, надо принимать там, Алюк, принимать, принимать надо. Уйди, Серега, давай, давай. Серега, уважай. Все, пока. В общем, ЦДК, мы знаем, что несмотря на амбиции клуба, несмотря на то, что это, безусловно, топ-клуб, супер-клуб Фанерканал ФЛ, который обязан в Лиге Чемпионов навсегда играть в плей-офф, не всегда туда попадает. Бывают у армейцев казусы, особенно на групповых стадиях Еврокубков, и это довольно часто происходит. И группа такая, ну, вроде как Бобр не соперник, вроде как Пивдом должны проходить. Усадьба Банная, это будет противостояние равных соперников, но кто его знает, как все пойдет. Ну, а потом в чемпионате МЗКП, МСК Европа и тот же матч с Легионом перенесенный. В общем... приемлемый календарь дальше, но сейчас ЦДК надо решить. Значит, это игры. Саркисов очень жестко играет. Тут у Интера произошли замены. И сразу же Вячеслав поприветствовал Илью Федорова. Вот он сейчас снова с мячом и бьет 10-й номер Интера. Теперь с мячом Максим Тараненко. У него номер 31. Также он появился на замену. А еще вышел Алексей Аверьянов под номером 12. Заменили они Свежука. Абсолютно точно. Заменили Александра Рощина. Тараненко с Рощиным играл за Иствуд когда-то. Хотя не знаю, оба играли за Иствуд. Вопрос, пересекались ли в Иствуде. Рощин уже достаточно давно эту команду покинул. Тараненко только перед этим сезоном. А вот теперь друг друга меняют. Ну и Алексея Мишина поменяли. В центр вышел Илья Федоров вместо Мишина. Тараненко заменил Рощина. Ну а Аверьянов на острие атаки поменял Владимира Свежука. Гений Вашурин, непривычно его видеть на скамейке запасных, было на старте этой игры, но вот он действительно там очутился. Но сейчас вступил в игру, вышел на газон и поменял он Сергея Краху. Слева уже играет Сергей Сбродов, он вместо Александра Авдеенко вышел. Других замен нет, зато есть изменение расстановки, поскольку с выходом Говорова ярковыраженный центрфорд появился. Саркисов, Смирнов и Сбродов справа налево ставят линию обороны. Евгений Алдонин действует на месте опорного полузащитника. Евгений Вашурин, ну так, где-то правее. Александр Туменко левее. Ну и Андрей Говоров на острие атаки. Другой вариант, что Вашурин и Алдонин будут играть рядом. Туменко будет такого трехквартиста, несколько с уклоном свободного художника. Ну а Говоров на острие, это очевидно. Интер, пропустив, конечно, пошел вперед. Интер совершенно такой результат не устраивает. С одной стороны, можно валять дурака, да, и в том числе Интера. Но с другой, эта команда всегда бьется. Здесь нет фола. А если и был, заиграли, потому что мяч к Константину Кадееву отскочил, и он пробил. Причем такой неприятный удар. Из скопления игроков мяч вылетел, но Денис Зайка выставил руку и спокойно перевел через перекладину. Резонансный трансфер. Зайка под определенным давлением на самом деле находится. И если говорить о давлении общественности, для кого-то в УФЛ это смешно. Вот вам другое давление. ЦДК очень амбициозная команда. И ЦДК прекрасно знает, что Денис Зайка уже пропустил 19 мячей в этом сезоне. Как выразился Михаил Бесчастных перед матчем, по 4-5 в каждой игре пропускает голкипер. С Ильей Горшковым такие казусы случались, ну, крайне редко, сами понимаете. Ну, и ситуация такова, что, конечно, сейчас голкиперу, который играл за «Авангард» на Востоке, является финалистом Кубка ЛФЛ, с «Авангардом» выигрывал чемпионат Востока пару сезонов назад, играл в финале континентальной лиги в этом году, в мае. Конечно, ему нужно вот этот неприятный отрезок преодолеть, показать, что он стена, и тогда станет попроще. Владислав Катажонков появился на поле под 11 номером. Он справа играет в защите теперь вместо Вячеслава Саркисова. Кстати, Сергей Безбродов с капитанской повязкой со скамейки запасных вышел. Не во многих командах такое практикуется. Ну и Роман Памшев еще у нас вступил в игру. Он Туменко поменял, у Памшева 21 номер. Ну да, Вашурин играет справа, сейчас Памшев слева. Алдонин в опорной зоне, Говоров на острие атаки. Вот такая расстановка у ЦДК. Вашурин в центр, Алдонин опять на острие атаки! Спасает Эдуард Батыгин. Сейчас
Удар пришелся прямо в него, но Батыгин грамотно занял позицию и не просто стоял, а присел. И поэтому грудью принял на себя удар, останется он на ногах, не проскочил бы там мяч между ними, кто его знает. Алексей Ефимцев, как всегда, когда приезжает болеть за ЦДК, очень активен на бровке. Ну а Игорь Шестаков, например, приехал болеть сегодня за Интер. Такая преемственность поколений, семейность определенная в командах. Ну и ЦДК после того, как Интер провел такой достаточно внушительный отрезок с игровым преимуществом, уже ЦДК, видите, разжался, провел неплохое наступление. А здесь свободный удар прямой ногой, что ли, Памшев сыграл или что. Ну вот так вот я его Александром Овечкиным в Северной лиге называю за то, что у него... На игровых трусах шнуровка также выпущена, как у Александра Овечкина. И причем майка чуть подзаправлена. Может быть, и в честь Овечкина Памшев так и делает. Хотя, конечно, амплуа игровой у него совсем другой, и роль другая на поле. Еще одна замена. Ушел Николай Липаткин с поля у Интера. И вернулся Владимир Слежук в игру. Посмотрим, кто будет играть. Получить он или Аверьянов. Пока Аверьянов бьет штрафной. И опять в стенку попадают футболисты Интера, исполняя свои стандарты. Это не то, чего команда безусловно ждет. Ну и о календаре Интера тоже давайте скажем. Матч со Стеллой, вот он в официальную таблицу до сих пор не внесен, но там техническое поражение на Стелле. Ждут решения КДК, здесь против Филина Фарид Памшев. Но несмотря на то, что арбитру что-то Памшев высказался, извинился перед Филином, там все улыбаются, смеются, включая резервный арбитр игры Елисеева, все в порядке. Вот сейчас играет СДК Интер, а на следующей неделе с Тушинским Спартаком начнет свой путь в Кубке ЛФЛ. Там в группе у Интера еще Южный Рус Ультрас и Западный Титан. Вот матчи Интер-Титан, конечно, будут очень интересными. Но в этой группе они явные фавориты, хотя Рус Ультрас, куда, например, Павел Ботов перешел уже и в качестве игрока, а не только в качестве тренера. Эти противостояния будут интересны. Ну, а Спартак-Тушинский здесь вообще аутсайдером смотрится. Но посмотрим, как все будет развиваться. Но, вот, наверное, самая однозначная группа пройти Интер и Титан ну, практически невозможно, потому что вот эти клубы в нынешнем своем состоянии, они как раз осечек не допустят, я думаю, глобально. В чемпионате после ЦДК у Интера перенесена игра со Штурмом, которая должна была на прошлой неделе состояться. А теперь по календарю будет Энергомаш, затем APC, затем как раз Штурм. Ну, в принципе, сами понимаете, календарь для Интера не хуже, чем для ЦДК дальнейший. И если сегодня на Радзуре одержат победу, то можно, наверное, предполагать, что в начале октября у черно-синих будет 100% результат. Сразу давайте отметим, когда игра с Гефестом. Это будет 9-й тур, потому что, наверное, по первой части сезона так точно эти команды оспорят между собой первую строчку. Даже если Атлантис заявится вместо Азимут, например, то ему просто будет понадобиться много времени, чтобы этот гандикап ликвидировать. Андрей Говоров сыграл сейчас в приеме, отдал Алдонину, тот Вашурина заправил. Кстати, вот Андрей Говоров, не успел я пошутить на тему, что Андрей Говоров сегодня не приехал, потому что он воспользовался возможностью в этот день, а у нас, как мы знаем, 3 сентября на календаре, заработать концертами, изображая одного известного исполнителя отечественного. Но, видите, Андрей Говоров, если и выступал, то уже успел выступать, вернулся. И теперь на стрие атаки ЦДК находится. А я помню времена, когда Андрей Говоров еще за Войку КЛВ приезжал играть, выступая за Калининградскую Балтику. Был не только мощен, но и строен как кипарис. Другое дело, что определенный набранный вес 13-му номеру армейцев не мешает.
как говорят, низкопассажный центр тяжести у Андрея Говорова, но он таким, собственно, у него был всегда. Вашурин. Но сегодня ЦДК, наверное, не смотрится, да, командой, которая с трех очков начала турнир, командой, которая для грандов, что для Гефеста, что для Интера, что даже для Динамо, которая просто сезон-то неудачный провело, и в этом пока непонятно, на что будет рассчитывать команда Тимофеева. Безусловно, на самые высокие места, но насколько высокими они могут быть, в принципе, даже не что займет Динамо, на что может претендовать по ходу этого сезона, еще не до конца понятно. Но и Динамо ЦДК переиграла очень уверенно, то есть три уверенных поражения, как-то ощущение от уровня ЦДК в этом сезоне не самые были, наверное, оптимистичные у болельщиков и у руководства клуба. И уходы Пименова и Горшкова, все вспоминают, два ключевых игрока команды. Так что сегодняшняя игра армейцев очень компактная, очень злая по-хорошему, очень собранная, заряженная. Ну и пока успешная, это, наверное, то, что было нужно, чтобы ответить критикам, среди которых и ваш покорный слуга был. И, собственно, остаюсь пока что. Но сегодня мне нравится то, что я вижу в исполнении ЦДК. Интер-то тоже заряжен, на самом деле. Не было такого, что мы их обыграли на прошлой неделе, сейчас мы их тоже обыграем легко. Такого нет. Не было в действиях Интера. Я уже перестал анонсировать все замены, но потому что новых пока людей не появляется на поле. Возвращаются те, кто уже играл, и у одной команды, и у другой. Вот Авдеенко, например, сейчас на левом фланге заработал угловой. Остается играть 4 минуты в первом тайме. Вообще первая половина встречи летит как на крыльях, очень-очень быстро. И Роман Памшев подает угловой. Там Липаткин там зацепил мяч Батыгин. Не будем наличие Батыгина считать проблемой для Интера. Да, понятно, что Александр Филимонов, Алексей Поляков, это Алексей Поляков. Но Эдуард Батыгин, голкипер достаточно высокого уровня. И сегодня он уже успел это подтвердить, выручив после удара Евгения Алдонина. Ну а когда первый гол Алдонин забивал, там какие шансы были? Когда единственный пока гол в матче Алдонин забивал. Так, здесь Юрий Тихомиров устранился от схватки и, наверное, оказался прав. Игра продолжилась без излишнего напряжения. Вашурин перемельчил, заблокировал удар Илья Федоров. Теперь 2-2, контратака, Свежук сильно, но Аверьянов достает удар Аверьянова! Отбивает мяч Зайка, по-моему, не упускает. И дальше спешит Юрий Тихомиров со свистком, потому что там оказался на газоне Александр Авдеенко, бросавшийся под передачу, что ли, Свежука, подвернул ногу, наверное. Посмотрим, что будет сейчас. Штрафной назначен, поэтому игра и остановлена, так что даже если бы Зайка не спас, в этом эпизоде, гол бы не был засчитан, но отмечаем, что Зайка-то спас на самом деле. Ушел уже Говоров у ЦДК, и кто сейчас на острие атаки? Опять вот эта схема, 2-2, вернее, 3 защитника, 2 центральных полузащитника и 2 вингера без ярко выраженного форварда, похоже на то. Памшев и Алдонин в центре, а Али Хабовинко и Вашурин по краям, или нет, или вообще Памшев на острие атаки сейчас. Ну, пока ЦДК аут бросает, не поймешь, потому что кто-то все равно идет в штрафную. Больше, наверное, при обороне, ну и вообще несколько минут надо понаблюдать, несколько атак туда-сюда в исполнении обеих команд, тогда станет понятно. А может быть сейчас, как Барс, в котором играл Валерий Хабовинко, многие годы выстроились армейцы вертикально. В Барсе же как было? Три защитника и дальше три полузащитника в линию вертикальную и нападающих. Правда, Дмитрий Смирнов называл эту схему с одним защитником, но это с изрядной долей лукавства, как мне кажется. Ну, по крайней мере, есть в этом лукавство, потому что все-таки латерали, хоть они и фулбеки такие полноценные, по всей бровке играли, в обороне тоже отрабатывали. И тоже Евгений Маришин, Виктор Капков, которые слева играют, и Сергей Харламов, и уж тем более Владимир Егоров, это в первую очередь защитники. Ну, Харламов, может быть, в меньшей степени, но это потому, что он может играть в центре полузащиты, но когда он играет в обороне по флангу, он весь фланг закрывает, а не только вперед идет. У
очень агрессивен ЦДК в отборе сегодня. Интер максимально затрудняет игру. Вообще Интер — это команда, которая не дает играть, а здесь штрафной. Андрей Смирнов сначала подтолкнул Алексея Аверьянова. Тот, конечно, очень красиво все показал. Но вот эти лишние эмоции армейцев, которые есть, они могут только карточкам привести. Юрий Тихомиров такой арбитр. Он, во-первых, может не слышать, когда он хочет не слышать. Но когда он услышит, мало не покажется. А решить, что он сейчас услышит, он может в зависимости от того, насколько, по его мнению, градус допустимого превышен. Но пока нет. Команды хоть и горячие, но высокопрофессиональные. Юрий Тихомиров дает им играть и немножко покипеть в том числе. Свяжу у мяча. Это не удар был, мне кажется, но передачу Татаренко прервал. Как правильно фамилию Владислава называть? Очень много вопросов. Насколько я знаю, вот чем вроде бы как правильно Хатаженков, вроде бы как там буква Е, но сам он себя называет Хатаженков. И, конечно, сложно понять, как быть в этой ситуации. Так что, как бы мы ни называли, уж извините нас, если это не так. Первый тайм завершен, ничего Юрий Тихомиров не добавил практически. Давайте и мы отдохнем и вернемся во второй половине. Игра у нас очень интересная. Ну что ж, все готово к возобновлению игры. Второй тайм интереснейшего матча Интер-ЦДК. Может быть, даже более интересного, чем кто-то ожидал по старту сезона армейцев, по тому, как команды сыграли на прошлой неделе за Суперкубок. Но тем армейцы и топ-клуб, что умеют преображаться, даже когда кажется, что особо нечего преображать, что соперник очень хорош, что он сильнее. Можно рассуждать, чтобы было присутствие сегодня Артак Григорян, особенно учитывая, какую форму набрал, учитывая, сколько он голов забивает. Но Артака Григоряна нет, ну и простите. А то, что есть Алексей Аверьянов, а то, что есть Владимир Свяжук, это что, вам мало, да? Конечно, можно есть ложками черную и красную икру, если можете себе позволить, и жаловаться, что вот сегодня осетровые подкачали что-то, не так все вкусно, как обычно, да? Слишком пресно или слишком солоно, или икринки какие-то слишком крупные, но... Да, Артак Григорян — классный форвард, которого хотели бы видеть у себя практически все команды, но состав Интера позволяет, и в том числе его глубина, позволяет относительно безболезненно потерю даже своего ведущего бомбардира переживать. Ну, а регламент относительно превращает в фактически. И все же, хотя, по большому счету, вот этот матч Интер-ЦДК, да, если мы берем как аксиому, что не групп, а просто аксиому, что эти команды будут играть в верхней восьмерке, по большому счету матч вообще не имеет значения. Но вот мы смотрим на футбол, который сейчас идет, и, наверное, понимаем, что критика регламента про то, что у топ-клубов первая половина будет разминочно-тренировочной, она неверна. Они ее опровергают своим футболом. Ох, какой удар Сергея Сбродова, словно сигнал. Давай, комментатор, представь составы, в которых команды начали второй тайм, потому что от первого они отличаются. Итак, Интер, хозяева поля, Эдуард Батыгин защищает ворота. Здесь все без изменений. Интер перешел на схему с двумя защитниками. Вот так вот. Справа, ну или правее действует под шестым номером Дмитрий Мечков, левее под 89-м Константин Кадеев. Полностью бровки сейчас закрывают правую Александр Рощин, номер 22, левую Николай Липаткин, 17. В опорной зоне действует Алексей Мишин, у него 23 номер. Рощин, удар! И прощает он ЦДК, но Сергей Сбродов себе плюсик поставит, он помешал. Сергей Сбродов помешал 22-му форварду Интера, было очень опасно. Под нападающим действует Владимир Свяжук, номер 21, а в нападении вышел Сергей Филин, 8-й номер, капитан команды. Что касается ЦДК, здесь вообще схема меняется по ходу матча неоднократно, она такая плавающая изначально сегодня, но Денис Зайка в воротах, номер 1, и это без вопросов и вариантов. Справа налево в обороне Вячеслав Саркисов, номер 20, Андрей Смирнов, номер 3, Сергей Сбродов, номер 12, Туменко не смог принять, если по такой игре ЦДК второй забьет, задача Интера усложнится.
Что касается полузащиты, здесь вот этот человек, Александр Авдеенко, который, посмотрите, как разобрался, а? Но Батыгина попал, тут кулаки поставил и мяч отбил. Я так вижу, что в опорной зоне, ну, по сути, наверное... А, нет, здесь стартовая расстановка по схеме. Авдеенко и Валерий Лихобабенко действуют двумя центральными хавбеками. То есть по схеме-то, по схеме все как на старте матча, а по именам не так. Авдеенко начинал в защите, Лихобабенко начинал, Вингер, еще момент у Рощина, и теперь уже ему мешает Зайка, но немножко долго Александр принимал решение, надо было, конечно, делать быстрее на таком уровне. По краям Сергей Краха, слева у него 88 номер, и Александр Туменко справа был 83 номер, но сейчас я уже ничего не понимаю, хаотичная расстановка, в общем, а, тут еще и Алдонин заменил... Кого? Авдеенко? Только что. Нет, заменил Сбродова. Авдеенко ушел налево в оборону, Алдонин в опорную зону. Сейчас все-таки 3-1-3 вообще можно назвать расстановку. ЦДК, 3 защитника, 1 опорник, 3 нападающих. Но это не совсем так. Алдонин в опорной зоне, Лихобабенко справа, Краха слева, Туменко в нападении. Вот такая расстановка. При этом сейчас по ситуации Туменко садится в центр, в общем, ЦДК. Демонстрирует гибкость сегодня. Выигрывает свежук воздуху Авдеенко, но Смирнов опережает Филина. Лихобабенко, Алдонин. Закидушка на Туменко. Того Мишин преследует и справляется Алексей. Более того, от Туменко мяч покидает пределы поля. Но здесь плюсик Александру за борьбу. А здесь свежук здорово цепляется. Но этот человек был в системе «Динамо». И вообще долго играл в профессиональный футбол. Был потенциальным талантом, ну а на севере знаком по воспоминаниям за Империю. Он болельщиком Империю, ныне почившую в Бозе, а некогда чемпиона Северной Лиги. Собственно, Империя — это единственный из клубов, становившихся чемпионами Северной Лиги, который больше не существует. Ну или пока не существует, уж не знаю как там. Может быть и возродится когда-нибудь команда Вадима Сарсорова. Лихобабенко. Алдонин принимает Краха. Против него Кадеев. Но тут Алдонин помогает отыгрывать назад. Такой футбол, хоть и под давлением для СДК, но нарко. Это команда Краха бьет. А если бы отдать? Авдеенко-то, может быть, и успел бы опередить Мечкова. Может быть, и нет. Попади сейчас Краха, вообще бы не было вопросов. И бил-то правильно, обводящим в дальний угол. Но не попал немножко не попал. Что касается... высшего дивизиона и календаря на этот тур у нас, в принципе, вот, на мой взгляд, пока вообще регламент, конечно, оправдан. Борьба сумасшедшая за это место в восьмерке. Лидеры, видите, которые должны попасть без проблем в этой борьбе, демонстрируют заинтересованность. Те команды, которые борются... Они особенно не дают дышать свободно лидерам. Вот Гефест 5-3 выиграл у Энергомаша, вырвав последние 10 минут победу. Вчера обыграл счетом 2-1 на APC, забив на 58-й минуте победный гол в пенальти. А Гефест заряжен. И Гефест стал сильнее, по-моему, с прошлым сезоном по составу. Абсолютно точно. Вот вам показатель того, какая борьба. Из других результатов, вот я не знаю, как МСК Европа сыграла с Невой, но беда, техническая победа над Азимутом. Это первая победа беды в чемпионате. Всего 4 очка команда Ивана Логинова набрала. Сейчас была не час МСК Европа, были поражения. Вот APC, например. Нет, прошу прощения, поражение было от... Поражения у беды были от APC и от Энергомаша, а ничья была со Штурмом в первом туре 2-2. ЦСКА Европы не играл, еще клуб Ивана Логинова. Голдшарк с Энергомашем вчера сыграли 3-3. Голдшарк набрал теперь 7 очков, Энергомаш 4.
Здесь фола нет на свежуке, говорит Юрий Тихомиров. Ну и Гефеста и PC 2-1 обыграл. Ну а Интер ЦДК — это первый матч сегодняшнего дня. Сегодня будет в 17:50 Динамо Штурм, в 19:00 Легион Стелла. Эта игра будет в прямом эфире. И в 20:10 матч со своей интригой — МЗКП и Пресня. Две команды, которые еще не набирали очков, и вот они сыграют между собой. А вот первая желтая карточка. Ее счастливым обладателем, уже не знаю, в какой по счету раз в карьере, первым в матче получает желтую карточку Вячеслав Саркисов. Вообще для него это дежурное действие — получить желтую карточку. Ну и фолов он уже много сегодня совершил. И в конце концов, я думаю, что именно по совокупности фолов в данном случае Юрий Тихомиров Саркисова предупреждением наградил. Вот так вот славящаяся атака. И Интер до сих пор не может забить ЦДК, уже 39 минут. А ЦДК, который в этом сезоне особенно, хотя и никогда не славился обороной, славился последним рубежом всегда, но в этом сезоне пока Зайка еще себя полностью своим в последнем рубеже не почувствовал, наверное. И вот пока Интер не может забить этой команде. Для ЦДК, безусловно, отличный матч. Саркисова меняют, может быть, от греха подальше. Хатаженков выходит на правый фланг. Вообще, вот ЦДК играет в этом сезоне в футболках, которые в США куплены, вообще экипировка, в которой Барселона тренируется. Просто вместо эмблемы Барселоны была нашита эмблема армейского клуба. Ну и маленькие номера еще сделаны впереди. Ну и на трусы тоже эмблема армейского клуба нашита. Вот трансферную кампанию в какой-то мере как Барселона провела. Вот Авдеенко можно как приобретение по Улинью, наверное, сравнить. Но вот кто Усман Дембеле здесь? Сергей Крахали. Ну а уход Пименова — это как, наверное, потеря Неймара в данном случае. Понятно, что аналогии условные, но вот что-то подобное. Что-то подобное можно говорить. Разве что не с кем сравнить уход Горшкова, но, собственно, несмотря на то, что Тер Стеген, например, классный вратарь. Момент! Какая комбинация! Вашурин, Авдеенко, Памшев! Ну и вот Паулинью голевую передачу отдает наш армейский. Ну а Роман Памшев, Александр Овечкин, да, из правого круга вбрасывания. Из левого, в смысле, круга вбрасывания. Забивает 2-0 на 41-й минуте. Вот теперь для Интера совсем все непросто в этом матче. Ну, сегодня, вот потому как ЦДК играет, ну, никому бы не повезло под эту команду попасть. И смотрите, перехват, ошибка Мечкова, чемпиона Севера действующего Лихобабенко. И Батыгин спасает. Вашурин отдал передачу Лихобабенко. И тот уже убойный удар. Он Батыгин выручил и оставил в игре, наверное, сейчас. Сейчас это можно говорить именно так. Оставил в игре Интер. Ну, сегодня ЦДК отвечает на вопрос, является ли эта команда претендентом на титул. Конечно, является. Сбродов, Лихобабенко. Сейчас Лихобабенко войдет в игру по-настоящему, да, и привыкнет к армейскому. К армейской системе, станет здесь своим, получит больше свободы и начнет творить. Собственно, опять же, аналогии с Барселоной на Западе, московским Хави называют влияние Лихобабенко. Мне не... Я бы больше, наверное, его с Иньестой в какой-то мере сравнил. Хотя тоже по стилю не совсем верное сравнение, но одно известно маэстро передач, конечно, Валерия Лихобабенко. Ох, а здесь сейчас Лихобабенко не туда передачу-то отдал, и Зайка подчищает. По большому счету, сегодня Денис даже на символическую сборную пока не наиграл. Вот так вот, играя против Интера на 0, 42,5 минуты, потому что Интер не создал ему достаточно работы. И это заслуга, казалось бы, грузного, неповоротливого возрастного состава ЦДК. Сегодня все это в кавычках. Ну, а я закончу мысль, которую прервала прекрасная голевая комбинация армейцев. Несмотря, допустим, на весь кластер Стегена, да, который в Барсе является основным вратарем, Нерка Силисона, перспективность, которая является вторым, с Горшковым их нельзя сравнить, потому что они никакой роли не играют в Барселоне. В какую играет? Играл Горшков в ЦДК! Это сейф от защитника, это Хатаженков, но
Но гол все-таки состоялся. Константин Кадеев сыграл на добивании великолепно. И все вот эти старания и вылетевшего вперед Зайки, и супер спасение на линии головы Хатаженко, который только сейчас с трудом поднимается, они пропали. Потому что Константин Кадеев по замысловатой дуге на подборе сыграл и запустил мяч в ворота. И второй отчаянный прыжок Зайки уже помочь не смог от ЦДК. 2-1. 2-0 было солидным преимуществом, но не выглядело приговором. Теперь же очевидно, что Интер может даже выиграть эту встречу. Слишком быстро он отквитал один мяч. Судьба матча на расстоянии в один гол. И вот, смотрите, я хвалю ЦДК сегодня всю игру, а пропустят армейцы дважды, например, в концовке. И останется у них 3 очка. И вот, что угодно думаю. А потом еще скажу, что ЦДК проиграл Интер, у которого не было Артака Григоряна. Кстати, сегодня очень мало Говорова мы видели на поле. И я сейчас вообще Андрея не вижу на скамейке запасных ЦДК. Что, он травмирован? Вот то, что Дмитрий Свиридов травмирован, это факт. Но Дмитрий Свиридов с костылями стоит. Ему вторую операцию будет делать на ноге, к сожалению. На сломанной ноге. Но сейчас Вашурин пока несется в атаку. Убирает мяч под себя, но Мечков не купился. А Максим Тараненко выше на поле прибежал помочь. Здесь и Аверьянов. Но все, чего добиваются на разоре здесь, это они вынесли мяч на чужую половину поля. Зайка играет ногой. Здесь Тараненко принимает грудью. Но Вашурин показывает разницу в скоростях между Южной и Северной лигами. Максиму Тараненко тоже еще надо адаптироваться. Опять же, здесь снова мы к регламенту возвращаемся. Регламент позволяет. Позволяет адаптироваться. Середина второго тайма. У кого сколько останется сил? ЦДК много делает замен сегодня. Должны у армейцев силы быть, но у Интера точно они будут. У Интера и помоложе команда, и тоже замен много. Кадеев под прессингом Лихобабенко играет назад. Мечков просил, но там рядом с ним был Вашурин, так что Кадеев, наверное, правильно сыграл. Зайка играет на Авдеенко низом. Вот от Кирилла Разумовского получил сообщение, что все-таки Хатаженков. Ну, не знаю, Кирилл, слышал ли мои рассуждения здесь по поводу фамилии. Ну, давайте, действительно, если даже сам Владислав неправильно себя называет, но фамилия правильно Хатаженко звучит, будем правильно говорить, пусть будет Хатаженко. Мечков. И Зайка снова по штрафной носится. Он словно Мануэль Нойер сегодня играет. Уж я сегодня аналогии провожу с футболистами, со спортсменами известными. Вот Зайка сегодня много двигается по штрафной. Согласитесь, Илья Горшков в несколько ином стиле играл. К этому и нам всем привыкнуть надо будет. И может быть еще поэтому много пропускает ЦДК на старте сезона. Потому что пока к новым игрокам, к их качествам, надо тоже адаптироваться и команде. То есть и игроки к команде привыкают, и команда, что была, привыкает к новым игрокам. Потому что в такие клубы только неординарные игроки приходят, у каждого свой стиль, каждый неповторим в своей мере. Не было здесь пола, но Вашурин, видите, добарывается даже лежа, встает и включается в борьбу. Вот такой сегодня у нас клуб Дмитрия Свиридова, сегодня без Олега Полтевского, поэтому можно говорить, команда Дмитрия Свиридова. Олег Полтевский пока, да, неудачно начал сезон, открыл свой лицевой счет, но автоголом в матче с «Динамо», причем открыл счет в той игре. Сегодня, видите, не включили его в заявку на матч. Тренерский штаб, наверняка Михаил Бесчастных не взял. Удар, рикошет был, вернее, было маленькое касание, рикошет-то был не виден, маленькое касание, и угловой Максим Тараненко будет исполнять.
Михаил Бесчастных уже с поля подсказывает, что держать надо Мечкова в центре перед штрафной. Там Авдеенко контролирует, по-моему. Да, Авдеенко против Мечкова играет. Здесь идет подача. Никто до мяча не допрыгивает. Допрыгнул бы Андрей Смирнов, и мяч бы достался Интеру, потому что наверняка только бы чиркнул Смирнов по мячу, и тот ушел бы за пределы поля. Но этого не случилось. Вместо Памшева Краха. Свяжук прессингует Алдонина и тут же бьет, потому что Зайка там выходил под передачу. Владимир видел это и немножко ворота Зайка потерял, но успел вернуться. Если ты мобилен так штрафной, то должен везде успевать. Сейчас Зайка успел, и это ему плюс. Лихобабенко. Вашурин. Снова Лихобабенко. Да, Говорова нет на стадионе уже. Похоже, действительно уехал концертной деятельностью заниматься. А здесь классная передача Алдонина Вашурина. Тот немножко не принял так, чтобы сразу бить. Все равно развернул Илью Федорова. Но тот выбил мяч из-под ноги у дважды лучшего игрока Севера. В позапрошлом сезонах Вашурин выигрывал звание. Особенно ценно первое, потому что тогда не стал чемпионом Гефест, за который Вашурин выступал. Но на второй год и Гефест стал чемпионом, и Вашурин остался лучшим. Он перебрался в ЦДК. И лучшим стал Ливани Гвазава, которого уже нет в Северной Лиге, уже и Терминатора нет, за который он выступал, с которым стал чемпионом. Но Гвазава еще раньше из Северной Лиги пропал, потому что хоть и был в заявке, но перестал выступать за Терминатора после конфликта с тренерским штабом. Вернее, нет, конфликта с игроком в команде. Но тренерский штаб не сторону Ливани Гвазава здесь занял. Аверьянов на приеме, Смирнов его прессингует, Аверьянов зацепился за мяч, Мечков. Гонит Тараненко вперед по правому флангу. Тараненко прострел! Свяжук рыбкой пытался ударить. Смирнов рыбкой же пытался ему помешать. Никто до мяча не добрался. Какая борьба. 10 минут остается. Александр Туменко меняет Вашудина. Возвращается в игру. А Александр Рощин Тараненко заменил? Да. Длинный аут, и каким бы ни был высоким Валерий Лихобабенко, Кадеев великолепен в воздухе. А здесь Саркисов ставит корпус Липаткину, вернувшемуся на поле. Липаткин тоже один из лучших игроков на старте сезона Северной Лиги. Передача Шведой от Алдонина на свободную зону к Рахе, но Мечков великолепно работает. Собственно, Мечков вторым игроком Север стал и был близок к тому, чтобы Гвазаву обойти. Совсем чуть-чуть ему не хватило, чтобы стать лучшим игроком лиги. Ну, это справедливо. А сейчас Саркисов можно бить долго, но он отдает передачу и тоже не совсем точную. Но Туменко все равно забивает. Липаткин ему мешал и сумел погасить удар, но это даже помешало Эдуарду Батыгину. На 52-й минуте ЦДК вновь в два мяча. Два мяча впереди, и Саркисов, казалось бы, не совсем правильно сыграл, но в итоге он отдает голевую передачу. 3-1. 3-1, и Александр Туменко очередной раз в этом сезоне отличается либо голом, либо передачей, либо тем и другим. Александр Туменко очень хорош на старте этого сезона. Вот он тоже разозлился. У него неудачные последние годы были, но мы об этом рассуждали. И Кирилл Ждумовский, наверное, в меньшей степени, и я в большей, рассказывая о матчах ТДК. Но вот Туменко заряжен в этом сезоне и подтверждает свой уровень. 3-1. Алексей Ефимцев успокаивает Михаила Бесчастных на тренерской скамейке. Вот вы не видите, но я вам рассказываю, что происходит. А здесь фол был на Свяжуке. Не понимает Евгений Алдонин. Юрий Тихомиров объяснит. Рощину мяча. И отдает Рощин право исполнить удар, ну, совсем недавно, судя по всему, появившемуся на поле Артему Ковалеву. Первый раз в сезоне он, в матче это делает. Лучший бомбардир в истории Интера.
если не врет статистика, на сайте ЛФЛ. Ну, по крайней мере, с тех пор, как статистику считают. Ну, и удар неплохой, но скорее наброс на ворота, там рикошет и угловой. Но этот минимум на что рассчитывал Интер в этой атаке, исполняет стандарт, получился. А вот контратака, Туменко хорош в их разгоне, надо переводить на краху, и он это делает здорово. Нет, чуть-чуть не хватило, но не прервал Ковалев до конца эту передачу. Авдеенко перехватил. Смотри, Авдеенко мяч отскочил, а здесь краха сфальшил. И что, успеет Саркисов? Успеет. ЦДК. Такой ЦДК действительно может бороться за чемпионство. Насколько получится на каждый матч так настраиваться? Насколько получится и в Еврокубках на каждый матч так настраиваться? Непонятно. Но сегодня никаких вопросов не может быть. Ну а для Интера это, наверное, на пользу. Если команда сегодня проиграет. Ну и в принципе, даже если вдруг выиграет, матч хорошей встряской будет для коллектива, в том числе. И, ну, мы посмотрим, как будет в других играх, когда не сможет приехать Артак Григорян, хотя он редко пропускает матчи. Но можно ли говорить о некой Григоряна-зависимости? Все-таки есть ощущение, что Артака очень не хватает сегодня. Федоров, Аверьянов пяткой на Свежука. Свежук налево! И краха сумел накрыть удар Николая Липаткина. Замена. Нужна Авдеенко. Тут Филин выходит. У Интера. Ну, а Хатажонков меняет Александра Авдеенко. Интер будет разыгрывать угловой. Еще и Саркисова меняют уже после того, как Хатажонков вышел вместо Авдеенко. Но думаю, что Юрий Тихомиров компенсирует время. Сергей Сбродов, капитан, возвращается в игру. А, нет, там нет розыгрыша, там Алексей Аверьянов ушел с поля. Федорову передача пошла от Липаткина, но Федоров, нанося обводящий удар, слишком высоко мяч допустил. Это не опасно. И еще замена, теперь Лихобабенко меняется на Вашурина. У Интера тоже замена проходит, Федоров ушел. Тараненко вернулся в игру, доверяют 31-му номеру. Но очень яркий сезон он провел в Южной Лиге. В прошлом году за Иствуд. И, к слову, стал лучшим молодым футболистом в Южной Лиге. На севере пока такого приза нет. Но, может быть, из этого сезона появится. А пока краха. Скидка на Туменко! Перекладину! Целует мяч! После удара 83-го номера. В лед, с входа. Вот такой футбол Туменко любит, я знаю. Вот он обожает эти вот комбинации, такие сложные ходы на третьего, удары в касание. Ну и чувствует себя как рыба в воде, когда готов Александр к игре в таких комбинациях. А здесь опасно, прессингует Липаткин Алдонин. Ну, Алдонин сборную России выводил в формате 11 на 11 на поле с капитанской повязкой. Он под прессингом не тушуется, конечно. Все меньше и меньше времени у Интера. 4 минуты остается на то, чтобы спасти этот поединок. А здесь Туменко прессингует Рощина. И что? Ну, по-моему, с нарушением правил. Да, конечно. Но здесь, опять же, секунды уходят. Рощин не мог быстренько обрабатывать мяч, но сыграл сейчас на Тараненко. И уже пошла атака. Интер торопится. Филин здесь зацепится. И смотрите, сделал даже пас вперед. Считает, что был фол. Фола не было. Зайка очень просто сыграл. Ну, может быть, и правильно. Туменко там так прессингует, что вынуждает Интер долго готовить атаку. И опять же, драгоценные секунды, пусть по чуть-чуть, но вот знаете, там 3 секундочки украл, здесь 5, это уже 8, еще украют, и так вот набегает. По чуть-чуть, это и формирует победу, мелочей нет. Свежук. Один в один против Вашурина, весь ЦДК на своей половине поля. А Алдонин в перехвате, и надо разбегаться, у Туменко уже сил нет, но он бежит, и он, в принципе, сейчас в хорошей позиции. Алдонин ему поднимает мяч, Туменко что будет делать? Он не спешит атаковать, потому что уже и сил нет, и можно было бы потянуть время, но вот передача ошибся. Александр, конечно, на практике замена, но остановки нет, он так поработал хорошо, и в итоге не Вашурину отдал, а сопернику. Другое дело, что Интер ничего не смог извлечь, у остальных футболистов ЦДК хватает сил, правда, сейчас Хатажонков еще и ошибается. Ну и, конечно, Туменко меняет, он еле-еле уходит, причем ну, не только потому, что его команда ведет, потому что действительно сил совсем мало осталось.
Авдеенко там появился на поле. Если не ошибаюсь, ну, а здесь Зайка. И остается 2 минуты. Вы знаете, может и ничего не добавить Тихомиров, потому что разница в 2 мяча. Ну, хотя, конечно, на минутку добавлено-то точно команды наиграли. А может быть и больше. Ну, хотя, с другой стороны, с чего больше-то? Остановок как таковых серьезных не было в этой игре. Вашурин, здесь ему мяч срикошетил в бровь, так неприятно. Пытался он там подстроиться, но словно привет от голубя сейчас мяч прилетел в голову Евгению Вашурину. Смирнов, вообще никого нет здесь. У Интера разладилась, конечно, после третьего гола ЦДК игра. А ЦДК уже заиграл так, что есть ощущение, от команды не отпустит. Это вот тот ЦДК, вот так, таким ЦДК был по хватке, по уверенности в себе, когда он чемпионом становился. И уверенность, которая не в самоуверенность превращается, которая просто правильно работает. Смирнов хорош. И опять Интер на чужую половину, как будто Интер отбивается. Здесь Филин изображает что-то не совсем спортивное. Ну и, наверное, Зайка поэтому еще мяч упустил вниз, заставив Филина еще раз попрессинговать. Свежук обыгрывает, но от ворот соперника. Передача здесь Сбродов простенько играет. Ну правильно, по-капитански, ну угловой, да, почему нет? Пока там разыграют, пока подадут, даже если забьют, времени много потратят. Филин идет подавать угловой. Нет, оставляет мяч. Свежук там уже. А здесь Алдонин, и что, Вашурин, ну, уже не летит Вашурин. Ну, а напрягает Филина, отбирает у него мяч, Филин катится и мешает Вашурину. Вот сейчас сегодня Интер выглядит так же беспомощно, как ЦДК против Грандов выглядел. Уже в 3 матчах этого сезона. И опять разжимается пружина контратаки ЦДК, успеет Хатажонков, успевает. Это может быть опасно. 3 в 3. А если бы на краху сыграть чуть назад? А так Свежук, смотрите, дорабатывает с линии, выносит, не пуская Вашурина к пустым воротам. Но как кошка с мышкой ЦДК играет с соперником сейчас. Алдонин, краха. Держит мяч армейцы. То передача на Зайку такая спорная, но это под вынос. И Зайка выносит. Что здесь, Вашурин попробует зацепиться? Ну нет, высоковато. И угловой! Нет, не коснулся мяча Эдуард Батыгин. Перекладину мяч зацепил. Вот Зайка попал в перекладину. Может быть, и в сборную сегодня что-то попадет, не знаю. Ну, по мне, не наиграл сегодня, но вины его нет в этом. Как таковой, то есть в напряжении Интер, конечно, держал оборону ЦДК. А вот как таковой работы по тому, чтобы выручать, у Зайки не было. Ну, добавленное время идет. Добавленного времени уже 1,5 минуты команды сыграли. А здесь Филин в спину сыграл Авдеенко. Не уверен я сейчас, что это было нарушение, но сути дела это не меняет. Секунды, я думаю, остаются до того, чтобы ЦДК одержал в этом матче победу. 2 минуты переиграли. Юрий Тихомиров педантичен. Интер не может пожаловаться, что ему не дали времени. А Вашурин, смотрите, прессингует до конца. И Липаткин не успел избавиться от мяча. Батыгин играет низом. Не совсем так, как задумал. Но мяч к Филину пришел. Тот обыгрывает Алдонина. Играет на Тараненко. Тот идет в дриблинг на свою половину поля. Туда же отдает Свежук. Вот Липаткин вперед. Рощин ставит. Не туда. Свежук вступает в борьбу, но у него ничего не получается. И финальный свисток Юрия Тихомирова сигнализирует о победе армейцев. О первой победе над топ-клубами в чемпионате. С чем мы их и поздравляем. 3-1. Интер повержен. Реванш за суперкубок взят.
Для вас работали комментатор Александр Седов, оператор Василий Афонин. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.